Упражнение «Гимнастика Гермеса». Это упражнение позволяет повысить ваш энергетический потенциал, сделает вас более энергичными, жизнерадостными, здоровыми. Регулярное выполнение этого упражнения позволит вам меньше спать и есть, и при этом чувствовать себя бодрым и сильным. Первая часть упражнения позволит наполнить ваш организм энергией, а вторая распределит ее по телу. Также упражнение способствует выздоровлению от любых заболеваний, так как, заряжаясь энергией, вы позволяете ей активировать ваши природные жизненные силы для скорейшего выздоровления. Упражнение «Крест». Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела и максимально расслаблены, как и все тело. Дыхание свободное. Мгновенный резкий вдох, хлопок носом, одновременно пальцы рук сжимаются в кулаки, руки выбрасываются в стороны на уровень плеч и отводятся за спину. Запрокидывается голова. Тело максимально прогибается, все мышцы напрягаются до предела. Задержка дыхания в позе 4 секунды. Выдох мгновенный, шумный, всей грудью через рот в виде буквы О. В это время тело броском сгибается вперед, так что вытянутые руки почти достигают пола. Повторить 4 раза. Упражнение «Топор». Стоя, ноги на ширине плеч, туловище в полусогнутом состоянии. Руки висят, почти касаясь пола. Тело расслаблено, дыхание свободное. Мгновенный резкий вдох, хлопок носом. Одновременно распрямляется спина и руки, сцепленные в замок, силой поднимаются вверх по кругу через правую сторону за голову. Туловище максимально прогибается назад, запрокидывается голова. Полное напряжение всего тела. Задержка дыхания в позе 4 секунды. Выдох мгновенный, шумный, ртом, с облегчением сброс. Стремительное опускание рук по кругу с поворотом через левую сторону в исходное положение. Упражнение выполнить 2 раза подъемом рук через правую сторону, 2 раза через левую. Упражнение «Дискобол». Стоя, ноги на ширине плеч, руки висят, тело расслаблено, дыхание свободное. Мгновенный резкий вдох, хлопок носом. Правая рука слегка согнута, выбрасывается вперед на уровень лба. Левая отводится вниз-назад, за спину. Корпус разворачивается в сторону воображаемого броска. Принимается поза человека, замершего в момент броска диска. Все мышцы максимально напряжены. Ноги от пола не отрываются. Задержка дыхания в позе 4 секунды. Выдох мгновенный, шумный, ртом, с одновременным возвращением в исходное положение, с поворотом вправо. 2 раза бросок правой рукой, 2 раза левой. Упражнение по равномерному распределению энергии в теле. Первое упражнение. Стоя, ноги на ширине плеч, туловище слегка наклонено, ладони вытянуты. Вдох в течение 4 секунд носом, энергично, но плавно, как бы накачивая воздух. Одновременно руки развести в стороны до уровня плеч. Корпус прогибается назад. К концу вдоха достичь максимального напряжения. Задержка дыхания в позе 4 секунды. Выдох через рот в течение 4 секунд, плавно, и возвращение в исходное положение. Выполнить 4 раза. Второе упражнение. Стоя, ноги на ширине плеч, туловище наклонить, колени прямые, все тело расслаблено. Вдох в течение 4 секунд носом, энергично, как бы накачивая воздух. Одновременно тело распрямляется, руки вытягиваются вперед на уровне груди, далее поднимаются над головой с прогибанием туловища назад. Все тело напряжено. Задержка дыхания в позе 4 секунды. Выдох в течение 4 секунд. Потом плавно при возвращении в исходное положение. Выполнить 4 раза. Третье упражнение. Стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны, тело расслаблено. Вдох в течение 4 секунд носом. Энергично, как бы накачивая воздух. Одновременно максимально поворачиваться с вытянутыми руками вправо, так, чтобы видеть находящиеся предметы сзади. Ноги от пола не отрывать, тело напряжено, задержка дыхания в позе 4 секунды, выдох в течение 4 секунд ртом, плавно при возвращении в исходное положение. Выполнить 4 раза. Четвертое упражнение. Лежа на полу, на спине, ноги вместе, сложенные ладони за затылком. Вдох в течение 4 секунд носом, энергично, но плавно,
с одновременным поднятием обеих ног вверх под прямым углом к полу. Все тело напряжено. Задержка дыхания в позе 4 секунды. Одновременно проделываем 2 вращательных движения ногами. Выдох в течение 4 секунд ртом плавно. Одновременно ноги возвращаются в исходное положение. 2 раза с вращением ног по часовой стрелке, 2 раза против часовой стрелки. Как и все упражнения, гимнастику Гермеса надо делать легко и свободно. Если вы почувствовали дискомфорт, боль или головокружение, прекратите упражнение, отдохните и начинайте заново. Лучше всего выполнять упражнения утром до завтрака.